Харьков, 22 мая, 14 год, 19.17 по Киеву. Увидел в соцсетях фотографии. Это и надписи так разукрашены. Думаю, недавно аж был здесь. Были серые буквы. Думал, может, фотошоп? Нет. Действительно, вот такие патриотичные цвета раскрасили. Окружная, въезд в Харьков со стороны Северной Салтовки. Вот там у нас в километрах в 25 уже Россия. И там даже, по-моему, кольцо раскрасили. Желто-блакитные цвета, да.